в нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на глазах, для усталой души одно место осталось, это Божьего дома уютный очаг. В этом доме, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. Еще слышны молитвы и дружное пение, еще падая, люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви и человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. После мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь общением святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным, глубоким глаголов простых. И все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. Это место, под тихие своды церковные, я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь забываю я тучи греховные, только здесь отдохнуть я душою смогу. И на сердце так мирно в духовном общении, так легко, что всех хочется крепко обнять. О, как много дано нам в Христовом общении! О, как много дала нам Его благодать! Пусть вся жизнь будет радостным благоговением. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг – за то самое сладкое в мире общение, в Церкви Божьей, в собрании Христовых святых. Аминь.